Погибали люди и с той стороны, и с той. Очень ждали, я вам так скажу, Зеленского, когда власти пришел, понимаете? Очень ждали от его слов, отталкиваясь, что я остановлю эту войну. Он старался. Верите, ну, у каждого была большая надежда, поверьте, что вот это вот все остановится наконец-то и будет все нормально. Очень, знаете, очень ждали, честное слово. Ну, сейчас что-то оно вообще... Ну, хорошо, Зеленский, вот, я честно говорю, да, а вот, я даже не знаю, как это сформулировать, вся вина в украинской стороне, вся у вас. Ждали Зеленского, потому что Порошенко был плохой, Зеленский должен был остановить. Украинцы бомбили Донбасс, так, грубо говоря, но никто не говорит, центральный человек, который в этом всем виноват. Путин. Согласен.